А может быть, на прыгалку я сейчас спрыгну. Давай, кто кого? Да, у нее супра была. Ну ладно, ладно, Шелли. Может, мне тоже Шелли выбрать? Слушай, а? А ну, давай, Булл, отомсти ей за меня. Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята, а вы на канале Дуда Плей. Продолжаем играть игру Brawl Stars. И играем мы за Булла. Сегодня в одиночное столкновение. Так, вот на таком острове мы будем. Так, там Кольт, а тут Булл. Так, ну у меня Булл немножко получше. Сейчас мы его попробуем убить. Давай, давай, есть, убили. Он слишком долго стоял, ребята. Да, Булл убил Булла. Это вообще нормальное явление? Тихо, Нита. Пойдем в другую сторону. Сходим в другую сторону, посмотрим, что у нас здесь находится. Где у нас здесь враги? Куда они спрятались? Сейчас посмотрим. Так, здесь вроде никого нету. Где-то они стоят. Не, нету здесь никого. Подождем. Ё-моё. Так, столкновение, ребята. А, в смысле? Выиграли? Как так? Очень легко выиграли. 10 кубков. Нифига, он еще и ржет так. Ага. Так, а у нас скоро будет побольше. Ладно, боксов побольше мы соберем и потом будем открывать. Так, на кого? Шелька? А, две Шелли, смотри, давай. Две Шелли. А, решила она убежать, ладно. Шелли решила убежать. О, поймал. А, иди нафиг. Подождем здесь. Да, смотри, они все что-то убегают. Прикол. Смотри, она уже какой раз это прыгает. Опля! Нет, я здесь постою. А может быть, на прыгалку я сейчас спрыгну. Давай, кто кого? Да, у нее супра была. Ну ладно, ладно, Шелли. Может, мне тоже Шелли выбрать? Слушай, а? А ну, давай, Булл, отомсти ей за меня. А ну, где он? О, давай. Ох, нифига она выносит. Нет, надо Шелли брать. Слушай, я, наверное, сейчас Шелли буду брать. Потому что так выносить, это только Шелли может. Так, а вон, смотри, этот Пэм стоит такая. Тетечка. В сохраняшке своей. Так, сохраняшку она уничтожила. И куда она дальше пойдет? Так, ну там три бойца, я не знаю, что-то они не особо играют. Ладно, выходим, ребятушки. Что мне... А, минус один, да ну и нафиг. Ладно. Так, выходим. А мы возьмем другого бойца. Мы возьмем Шелли. Да, тебя. Поехали. Будем играть за Шелли. Она и стреляет на неплохо. У нее супра мощная. Ага, ну и здоровье-то у нее поменьше. Так, где ты там? Что, на меня пойдешь? Нет, смотри, он банку выбил. О, да! Он очутился не в том месте, не в то время. Как и вот эта вот розочка. Блин, у меня супра не было. Ладно, подождем. Так, динамайк придурочный. На! Ой, убил меня! Да как так? Ой, ну хоть 8 кубков я заработал. И очень быстро, кстати. Причем. А, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, когда я там открою себе? Чего-то там я себе открою. А, новый рубеж я получу звездную силу. Ага. А потом денежки. Ну и скоро боец Бо у меня будет. Ладно, поехали играть. Нам нужно как можно больше кубков заработать. Чтобы путь славы открыть. Так, давай я на Булла сейчас пойду. Где Булл бегает? Так, сразу они начинают все прыгать туда, влево, вправо. Так, вот Булл, смотри. Сумасшедший. Но, давай. На! А, как так, в смысле? Да ё-моё, убил Булл. 0 кубков, ничего страшного.
Хоть ноль. Давайте еще раз сыграем. Так, а у нас задача вообще-то заработать побольше кубков. Так, бежит. Бежит за мной, смотри. Гад. Да, у меня же это супра нету. На! Что-то он получил в итоге половину здоровья и убежал. Так, Шелька ходит. На, Шелька. Да. Не получилось у меня убить Шельку. Вау-вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо. Кто там, блин, Барли, ты что ли? Сумасшедший, а? Так, а здесь никого нету, я смотрю. Посерединке. Действительно, никого нет. Ладно, у меня есть супра. Тихо, Бул ходит. Мне бы этого Була бы щелкнуть, а? Было бы хорошо. Было бы очень хорошо щелкнуть Була. Но... Так, 4 бойца осталось, ребята. Сейчас мы будем, знаешь, как делать. Сейчас мы подождем кого-нибудь и щелкнем. Нита воюет с кем-то. Так, а здесь мою западню что-то никто не идет. У меня здесь, ребята, западня. Сейчас будем ждать. О! Щелкнули кого-то. Тихо-тихо. Надо себя не раскрывать. Себя нельзя раскрывать. На, получи! Есть. Первого челдобрека мы щелкнули с вами, ребята. Так, он был, спрятался. Так, а у нас 3 бойца. Ой, меня сейчас щелкнут. Да ну нафиг. Да, бывает же такое, а? Щелкнул. Мне метеорит просто щелкнул, и все. Так нечестно. Так, ну что, кто кого там? А, сейчас Була щелкнет, смотри. Нифига, вот она медведя его своего. Есть. Нита выиграла. Ага. Может мне Ниту взять? Сейчас посмотрим, кого бы мне взять. О, открыл, ребята. Давайте заберем. Так, очки силы в награду кто получит? Ну давай, знаешь кого? Так, у меня Шелли остается и Бул. Ну Шелли так классно, может быть Шелли дадим? 25 всего лишь. Но мне нужно и раскрутить кого-то. Ну давай дадим Шелли. Очки силы получит Шелли, да? Да, давайте. 25. Ну не особо и много, конечно. Так, и у нас новый рубеж 50 монеток. Ну, это не сильно много, конечно. Но мне главное бойца Бо забрать. Так, поехали. Опять-таки играем за Шелли. Да. Шелли и Бо. Так, все. Кто у нас? А, вот еще, смотри, Шелли бегает. Давай, может, я убью ее? Нет, не успел. Ай-яй-яй, динамайк вонючка. Так, где-то здесь он Шелли бегает. Тихо, тихо, тихо. А, убили меня. Ё-моё, ну здесь такая толпа была. Понятно, что, конечно, могли бы запросто убить. Так, а ну кто выиграет? А, нифига себе, турельку поставила. Молодец, это умно было сделано. Офигеть, плюс один кубок. Это не сильно и много. Так, это очень мало, ребятушки. Ну, конечно же, играть, но я хотел бы еще передать всем привет. Так, привет, кто написал у меня под видео привет, поставил лайк. Это получается Олег Туманову, я передаю привет. Фоди Жиму, Мори Жене, Тому, Геймера Робину, Лесты Геймеру, Кристаллу, Александре и Максиму Павленко. Я вам всем передаю сегодня привет. Так, а если ты хочешь, чтобы тебе передали привет, то поставь лайк. И обязательно я... Ну, напиши, поставь лайк, напиши привет, я тебе передам привет обязательно. Ну что ж, а давайте попробуем открыть сегодня сундучки. Монеты. Так, ладно. Очки силы Бул. Так, спасибо. Очки силы Кольту. Хорошо. Давайте еще открываем. Смотрим, что у нас в сундучке. Монеты. Очки силы Шелли. Спасибо. Шелли мы будем раскручивать. Так, Кольтик получил. Ой, как хорошо.
Так, ну и все. Давайте еще последний. Ребята, я вас попрошу поставить быстренько лайк, чтобы точно кто-нибудь мне выпал сегодня. Ой, зажимаем пальцы, ставим лайк. Ой, давайте что-нибудь, легендочку. Так, монетки. Очки силы Нита. И последнее. А, очки силы Пока. Да, я хотел, конечно же, кого-нибудь бойца открыть. Но, к сожалению, никого не открыл. Сила, смотри, у Шелли сила 6, а у Була сила тоже 6. Но у него ранг 18. Нифига себе. Ладненько, значит. А у Кольта 12 ранг. Давайте выберем Кольта. И в следующий раз будем играть уже за Кольтом. Наверное, что-нибудь выберем, какую-нибудь другую серию игры. Ну, а на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!